Вот власть по президенту. Написано это, ну, лет 10 назад, а какой был президент, сами считайте. И я к тебе приеду в среду, чтобы выпить коньяка. Я могла пойти к соседу, но с тобой наверняка. Мы как два интеллигента воспарим над суетой. По рукам президента вспомним кухонный застой. Смысл любой такой беседы сомневаться и страдать. Как учили наши деды, завтра можно опоздать. Ну а коли быстро хлопнуть, рюмки две не закусив, можно смело ножкой топнуть, о стране заголосив. Хорошо потом поспорим, подъедая бутерброд. Кто виновен в нашем горе, президент или народ? Что сказать о президенте, сам себе не господин. Инцидент на инциденте, что он может, там один. Жизнь идет по протоколу, развлечений никаких. Слабому должно быть полу, он давно уж поутих. В Белом доме, скажем честно, есть овальный кабинет, а у нас, как вам известно, ничего такого нет. Наш парламент весь страданий, сам собой на ножах, СМИ, как киллер в ожидании, долг растет, как на дрожжах. Рынок хочет, курс свободный, оборона воевать. Ростовщик международный не желает продлевать бесконечные кредиты, чтоб ненужное продать. Некому сказать, иди ты, руку некому подать. И приходится, однако, улыбаться, как дурак. Нам же, мыслящим инако, можно смело пить коньяк. И бояться диктатуры, как любой интеллигент. Мы же свободные натуры, мы не то что президент. Ведь того гляди, все рухнет, или какая-нибудь часть. Бедный, с кем же он на кухне обсуждает нашу власть? Thank you.